Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Человек-паук 2, я не знаю, ну 2, наверное, потому что продолжение же все-таки. Вот. Давайте. Опа. Так, так, так. Это мы. Так, чтобы подтянуться на паутине, ну. А. А тут никого и нет? Это погром. А кого здесь надо найти? Видимо, они что-то искали. Ой. Ага. Дым. Это я кипю. Они искали, ну вот. Опаньки. Что они собирались делать? Почему я-то не такой крутой? Это кто такой-то с железными руками? Ни хрена себе они. Какая же бесконечная ночь. Крутые. Так, ладно. У них крутые технологии, но биоэнергия сильнее. Давай. Да, Ганки прав. Биоэнергия звучит. Он сломал мои перчатки. Оставим его здесь. Давай. Нужно подкрепление. Ну, давай. Теперь попробуй встать. На. А с вами я еще не знаком. Милые светяшки. Опа. Пригвоздил. Опа. Блин. Я попал. Из чего это оружие? Металл с памятью? Так. На. Прижмите его к земле. На. Руками. Получи. Получай. Я стеру с тебя эту маску. Это твое? Кто тут еще остался? Да я не вижу, вон они. Мы тебя закопаем. На. Чтобы я проиграл, какого-то. Опа. Мы еще не нашли то, зачем пришли. На. Нам нужно подожди. Плевать на остальное. Опа, что не получилось? Знаешь, эй, ты уже в плазе? Бум. А, ты прав, кто-то вломился. Кажется, им был нужен Нуформ. Нуформ? На. Что-то из реактора? Он еще не установлен. Они говорили о поставках. Просто дичь. Ну так-то нормально, кстати, вроде справляюсь. Я просила твоя мама. Но она интересуется, где тебя носят. Ужин почти готов. Черт, ладно. Буду закругляться. Спасибо, друг. На. Не ожидал, да, что я так умею. Опа. Подожди, 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 не бей меня. Есть. Блин. Ой-ой-ой. Я отдай. Я тебя прикончу. Оп. Подожди. Подожди, подожди. Готов стрелять по пауку. На. Как он такое? Они везут Нуформ на поездах. Вау. Руки есть? На. Держи в прицеле. Подожди. В воздухе. Эй, а ну спускайся. Отнесу умельцу! Задержите его! Умельцу? А это еще подожди! На! Подожди, подожди! Бум! И куда мне? Они обсуждали поставки на форма. Я должен понять, что они нашли и смогу это увидеть. На!
Куда мне? А мне сюда и надо было? Они отслеживали поставки на форму. Но зачем? И что это за технологии-то у них? Охранники Роксона. Дальше они справятся. Потом этим займусь. Так, это какая-то новая сила. Типа банды какой-то, которые там бандиты были в той части. Вау, птички, кстати. Так, пройдено. Пойди вот этих фотографировать надо будет. Мне или еще домой. Что-то. Как представлю сейчас рождественский ужин. Я проверю этих ребят и поставки на форму завтра. Блин. Подождите, подождите. Опа. Прибыл. Переодеваться слишком холодно. А я думал, тебе холод не очень-то мешает. У тебя реплики большие, как в фильме. От самой игры мало чего остается. В основном реплики, вот эти все, как сказать, сюжеты. Супер. Слишком затянуто. Неплохо. Ну все, пойдем. Ха, выпуск из средней школы. Давненько я не видел этих двоих. Ну чё ж. Положить, положить и идти дальше. Так. А мне еще надо будет точки эти пройти, которые испытания. Что случилось? Сейчас поищу в сети, как это очистить. Ничего. Все в порядке, бро. Ой, да что ж такое? Насвинячил. Михо, красавчик. Спасибо, мам. Я кое-кого позвала. Ты можешь прибраться в квартире? О, может, включишь музыку? Праздник же. О, Надя. Серьезно? Куратор компании в сочельник? Завтрашний митинг сам себя не спланирует. Спасибо за уборку, Михо. Алло? Что за Миха? Да, Надя. Мы уже получили разрешение на завтра. Так. Музыку включить. А где у нас музыка? Хорошо, что дерево перенесло переезд. Ага. Папа его обожал. Лучшее Рождество. Рождество в Бруклине. Помню, как он это говорил. Да, конечно. Подожди, а мне куда надо-то? Как волосы? Нормально? Красавчик. Нет, не может быть. Да он с ума сошел. Вот лягушка. Лягушка-то ага. Зачем? Работает. Вот так-то ни хрена, да, сидишь и там смотришь, там кто-нибудь сидит и смотрит на тебя в ответ. Здорово, как в Корее. Причем только в мужском туалете. Мамина компания по выдвижению быстро набрала обороты. Жители Гарлема ее любят. А мне вообще куда надо-то? Мама сотню таких заказала, потому что в статье было написано про папу. Кто такой Человек-паук? Если б ты только знала. Кто такой человек? А это что? Во время переезда перепуталась. Старое папино дело. Кто такой бродяга? Интересно, папа поймал его? Это, скорее всего, мне его надо будет ловить. Я с того случая в ратуше их не трогал. Папин любимый. Каждое воскресенье включал, пока делал кофе. Так. Вот это и поставим. А, так мне сюда и надо было взять эту пластинку. Отбеливающий. Так что... Да, господи, это я думал, Эйнштейн. Что нет. Выбрал диджей? Лучший альбом всех времен. Так. Идеально. Не броско? Ну-ка, подождите. Параметры. Привет. Я звонок починила. Молодец. Такие гости нам нужны. Видеть. Как ты? Мы не виделись. Долго. Многое изменилось. Да, это точно. Наш почетный гость пришел. Не стойте на пороге. Ужин почти готов. О, жрать мы это всегда готовы.
Я так рада, всегда за ура. Что смогла выбраться. Спасибо за приглашение, мисс Моралес. Мы скучали. А вот он особенно. Привет. Фина, это Ганке. Мой друг из Бруклинской академии Visions. Ганке, это Фина. Мой лучший друг. Практически как ты. Ах да, вы же вместе победили на школьном научном конкурсе штата. Сделали... преобразователь энергии. Бинго! Вот тебе энергия. Проводка в этом здании просто кошмар. Проверю предохранитель. Спасибо. Значит, Рождество при свечах? Так, значит, я еще и умный, раз что-то... И какой-то этот... Изобрел какой-то преобразователь энергии. Беда. В щитке вообще нет тока. Похоже, весь квартал отключили. Сбегаю на пожарную лестницу, посмотрю оттуда. Ладно, дорогой, но осторожней. Ну-ка давай. Разумеется, там так холодно. Не получится, если не уметь прилипать к стенам. Вот как ты через ботинки-то прилипаешь? Ладно, на руках. Ой. А куда мне надо-то? А, мне выше надо. На крыше люди. Туда лезть нельзя. Да, весь квартал. Скорее бы заработал. Блин. Надоели эти проблемы. Это получается, потуда мне надо. Техподдержка в Роксон дерьмо. Я как-то 2 часа на линии висела. Ой-ой-ой. Надеюсь, меня тут никто не видит. Конечно, это случилось в декабре. Вниз, вниз, вниз. Не смотри в окно. Не смотри в окно. Как думаете, Майлз там справится? Надеюсь. Тарелки с подогревом надолго. Вот ни хрена себе. Биоэлектричество может вырубить носорога. А как насчет праздничного ужина? И обогреватель. Так, ну и что, вот он, я пришел. А, вот так вот. Ну же, сработало. Какой яркий свет. Это я не продумал. Надо скорее вернуться внутрь. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, подожди. Отвлекай их, Ганке. Ну же, Ганке. Майлз еще не вернулся? А может, сделаем фото? Сейчас? Да, сохранить память о хороших моментах. А может, подождем Майлза? Не, он не фанат фоток. Так, давайте-ка в кучку. Готовы? Отличный снимок. Просто класс. О, а вот и Майлз. Кто голодный? Вы садитесь, я все принесу. О, какой запах. Это прекрасно. Что? Ты говоришь что-то или нет? Тишина такая. Ага, что-то здесь реплику убрали, что ли? Или просто идет как воспоминание шутейное, все вот это. Ладно. Так, у меня черт. Вот перепод. Который хочет играть. А, Фина, чем ты сейчас занимаешься? Как клуб робототехники? Пришлось уйти. Но я изучаю биотехнику сама. Ботан. О. И это говорит парень, который носит галстук в школе. Эй, только по вторникам. Твой брат Рик все еще работает в Роксоне? Не знаю, кто там вообще может еще работать после вашей предвыборной кампании. Вы наступили Кригеру на горло. Кстати, о кампании. Ганке, ты у нас специалист по соцсетям. Можешь там рассказать о завтрашнем митинге? Да, к полуночи будем в тренде. Иногда кажется, что это Саймон Кригер, мой оппонент. Все здесь в руках у Роксон. А отвечают они только перед акционерами. Кто-то должен бороться за права людей Гарлема. Вы прослушали отрывок из маминой предвыборной речи. А вы хотите проверить пост перед публикацией? Да, непременно.
Ну что ж, покушали, убрали за собой, это неплохо. Сейчас еще посуду помоют, а я мою. Ну, что у тебя происходит? В смысле? Да ты... не знаю. Расстроена? Ну, голос у нее прикольный. Не расскажешь мне? Не сегодня. Мне нравится такой путь. Рождество же. Слушай, а ты не скучаешь по Бруклину? Ну, я... немного. То есть очень? Не. На лице же написано, что тебе тут совсем не нравится. Нет, но я тут... я тут никого не знаю. И все время вынужден спрашивать дорогу. Подыщи приятный ресторан, парикмахера или, например, тир какой-нибудь. Привыкнешь. Может, завтра прогуляемся? Только мы вдвоем. У тебя есть время? Сейчас каникулы. Еще неделю мне точно можно расслабляться. Ладно, спишемся. Гуляем. В смысле, ну просто так, конечно, как друзья. А ты все такой же галантный кавалер. Ох, хорошая девчушка. Не упускай шанс, парень. Майлз. Ты спишь? Да. Я сидел целую ночь и написал приложение для костюма. В нем необычная операционка, я такой никогда не видел. Но я прогнал все через дизассемблер, перевел в код архитектуру плагинов и... И? Ты правда снова уснул, да? Майлз! Все, встаю. Так. Компиляция почти завершилась. И что я буду уметь делать? Спасибо. Ну, потестим приложение? Да, бро, за дело. Я подключился к твоим датчикам. Начнем тест-драйв. Сейчас, подожди, загрузится. Я вижу все, что видишь ты. Как тебя там не тошнит всю дорогу? Много тренировок. Много тренировок. Сам ты только привык. Недавно. Так, добрый сосед, Человек-паук. Ага, не таем, подождите. Дружелюбный сосед 1.0 приветствует вас. Жители Нью-Йорка смогут звать на помощь и сообщать о преступлениях. Хороший интерфейс. Спасибо. О, смотри, кто-то прислал запрос. Ну, давай. А как мне выбрать-то? Пришел запрос от человека по имени Аарон Дэвис. Что? Что? Это же мой дядя. А он знает, что ты Человек-паук? Нет. Нет, конечно. Наверное, совпадение. Я двигаюсь к станции метро. Вау. Ну а что так-то быстро передвигаешь? Ой-ой-ой. Вот я уже здесь. Так, и чем тебе помочь? Да что происходит? Привет. Вам нужна помощь? Кстати, я Человек-паук. Да, я в курсе. Я Аарон Дэвис. Похоже, кто-то повредил датчики. С основного узла идут поврежденные данные. Он на крыше вокзала. Уже лечу. Погоди. Стой! Да. А где другой Человек-паук? А, он в отпуске. Но не волнуйтесь. Я справлюсь. Что-то за недоверие. Он меня точно не узнал. Вау. Он звонит через приложение? Это Человек-паук. Забыл сказать. Вчера вечером произошел взлом с проникновением в соседний Роксен-Плайн. Банда под названием Подполье. Засек их у моей станции этим утром. Подполье. Так. Вы знаете о них что-нибудь еще? Они считают себя молодой мать. Давно обосновались в районе, но теперь у них новый глава. Некто умелец. Умелец? Спасибо за наводку. А вы часто вызываете Человека-паука? Ну, на помощь. Без этого приложения с тобой было не связаться. Но я видел в новостях, как ты уложил носорога. Вот и решил, что стоит тебе позвонить. Ну да. Ясно. А парень хороший я. Давно работаете в метрополитене? Не. Устроился в прошлом году после того, как брат...
Короче говоря, решил все поменять и попробовать новую работу для начала. А поезда, которые ломаются в мою смену, совсем не делают мне честь. Зато, когда мы их починим, сможете сказать начальству, что проявили инициативу и воспользовались приложением паучка. Так и сделаем. Удачи с датчиками. Давай, еще немножко. Еще кульбиты наворачиваем. Давай, еще вот осталось-то. Блин, так-то далеко, да, пришлось. Иначе. Вот сенсоры. На этом как-то уж очень много проводов. Они мешают сигналу. Че, провода оборвать? Куда же идут провода? Надо идти по кабелям от датчика. Так, ну и как мне сюда попасть-то? Двери выламываем. А ты кто? Если противник что-то заподозрит, над его головой появится значок, показывает, что вас обнаружили. Эй! И тебе привет! На! И кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Сигнальное реле что-то блокирует. Давай. Ну, какая штучка. Вот это технология. Не люблю так делать, но... Сгорело. Датчики снова в норме. Что ты сделал? Разобрался с парнем, который их сломал. И, похоже, он тут забыл свои игрушки. Так, а что это такое? Это мне для прокачки. Знаете, чего-то. Я попозже перезвоню. Это чего? Ого! Пожалуй, пригодится для голодронов Пита. Так, в тайниках под поле можно найти детали для изготовления костюмов, модификации костюма, модификации визора и улучшения гаджетов. Так, чтобы изготовить голодрон, укажите на него и удерживайте. Так, и что такое? Скорострельные инжекторы, так. Паутины, выстрелив из них во врагов рядом со стеной, вы сможете прикрепить их к ней. Так, это вот, кстати, хорошая штука. Это мне очень помогало в прошлой игре. Запуск дрона, который генерирует бронесветовую голограмму, сражающуюся на вашей стороне. Тоже прикольно. Блин. Ну, для этого мне еще рано, да, управляемая мина. Бросок мины, который поможет вручную. Ну-ка еще разок, как она действует. Подорвана вручную. А это у нас, это гаджет генерирует гравитационный колодец, который притягивает врагов, сбивает их с ног и делает уязвимым для биоатак. Ну, давайте, я даже не знаю, вот это, наверное. А сколько так можно у меня? Здесь необычные радиочастоты. Попробую отследить их. Так, Кажется, по городу таких еще немало раскидано. Вот я сейчас их буду, наверное, собирать. Так, и у нас, подождите. Ну да, кстати, я их, наверное, соберу. Поехали. Ну и ладно. Опа! Опасность! Надо опробовать новые голодроны. Так, а как мне? На какую кнопку-то? Меню гаджетов, это на какую у меня? На Е. Береги! У него голограммы! Береги! У вас возврат есть? Эй, подполье! Мы что-то слишком часто встречаемся! Так, давай! На!
Получай. На! Это вот, чтоб ты не стрелял по мне. Так. Давай, слазь. На! Ой. Это не твоя война! Шикарная идея, эти дроны! Подожди. Смотри, как я сделаю. А, мне его никак, да? На! Ой! И... А, все, что ли? А, нет, вот он еще. Все. Ладно. Надеюсь, поезда снова ходят. Надо связаться с дядей Аароном. Подождите. Алло. Мистер Дэвис, и как там дела? Сигнал есть, но поездов на путях не вижу. Похоже, какие-то неполадки в депо. Ваши датчики повредили парни из подполья. Интересно. А Роксон когда-нибудь возил Нуформ на метро? Роксон? Метрополитен сделан для перевозки людей, а не грузов. Но эту ветку перестроили после возведения Роксон-Плаза. Значит, они могли пользоваться ей втихую. Пожалуй, осмотрю ее. Кстати, вы упоминали брата. А еще родственники есть? Давненько их не видел. Многое в жизни поменялось. Взять хоть эту работу. Но я скучаю. Особенно по племяннику. Мы раньше писали биты вместе. Может, теперь вы будете видеться с ним чаще. С ними, с семьей. Надеюсь, парень. Да, а вот. Ну, мне пора бороться с подпольем. Пока. Так, нашел что-то. Подполье обустроилось тут втайне ото всех. Подождите. Список приемов увеличился. Ладно, это мне не надо так. Мне надо сейчас вот это. Неплохо. Потому что все мне проходить надо. Опа! Да, потушеньки. Давай. У нас что здесь, бой? Я не понял, а что у меня не действует, что ли, сейчас? Блин, ладно. Давай тогда по дороге будем собирать их. Потому что мне детали-то... Ой, как нужны. Опа. Забрался. Ну, я примерно так и предполагал. А стой ты, что ты вот суетишься-то? Куда ты бежишь? Собираю вещи. Может, соберу новый гаджет. Так, гаджеты. А, мне не хватает их. Понятно. Ладно. Так. Вроде-то недалеко. А, вон она. Хопа. Да хопа. Давай вот сюда, на вышку. Подожди. А, во, у меня даже какой-то сенсор тут есть. Ага, это надо как-то открыть.
Опаньки. Забрали. Спасибо, подполье. Так, так, так. Ладно. Да не то, вообще не то. Куда нам? Вот сюда. Ну да, двигаемся пока правильно. Вали, быстрей. Опа. Воу. Давай, давай, давай. Что? Что? Вы... Ой, да и вас праздника тоже с наступающим вас. Йоу. Блин, как мне их собирать? Долго придется. Так. Так, оно где-то наверху должно быть. Так, ну-ка. И зачем я только вышла на улицу? А как мне туда попасть? Свет так, осторожнее! Дорогу Человеку-пауку! Рождественские игры, это будет так. Здорово. Так. Пора идти, а то от вида паучка у меня дыхание перехватывает. Эй, Человек-паук, а можно селфи? Давай, давай, ну-ка, о, селфи. Вот какой-то бонус, что ли, заработал. Так, хватит с меня шоу, урод. Обожаю бабушку. До свидания, паук. Так, видите, я его вижу, как забрать. Ага. Подожди, а почему я туда зайти-то не могу? Почему зайти не могу? А, вот так, наверное, надо. Вот так надо. Вот так. Опаньки. Да, пригодится. Да блин, не то. Где карта? Вот сюда теперь. Взять его! Что, так? Ладно. Добейте его! Подождите. Ой. Внимание! На! Бум! Прилипла. На! На! Да все? Последний. Моя бабуля. Так, всего двое. Ладно. Давай, давай. Тихо-тихо, вот сюда. Давай еще немножечко. На крышу здания. Так. Вперед. Мой верный. Кажется, подпольщики здесь что-то прячут. Вау. Так. Я сдеру тебя, эту голову! Прилип. Тебя крышка! Ой. На!
Ну, теперь попробуй. Чтобы ты проиграл, конечно, проиграешь. Вау! Как не старайся, тебе надо! На! Вот и все, прилипло. Сейчас, подожди. А, вот она, она. Берем. Это мне пригодится. Так. Ну а теперь идем. Ну, сейчас уже сюда уж. Осталось немножечко. Уж потерпи, паучок. Давай, 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 давай. Опа. Блин. И еще разок. Вот это полицейский участок, наверное, был. Так, что мы здесь имеем? Опа! Подполье тут все ломает. Зачем? Может, получится помешать им по-тихому? Давай шустрей! Сам знаешь, умелец ждать не любит! Нужно разделить. Куда ж ты так торопишься? Так, так, стрелять паутины, стены и предметы, чтобы привлечь внимание врагов. Что это был за шум? Так. С пауками шутки плохи. Так. На. Ух ты, как я могу. А их тут тьма тьмущая. Не смотри на меня, не смотри. Блин. Пора пробовать визор Пита. Блин, нифига себе. Ладно. Не, все равно бой будет ужесточенный. Супер. Теперь я их выслежу. А что мне их выслеживать надо? Так, что надо? Чтобы заманивать врагов места, так... Да на ты! Есть предположение! Вы пытаетесь украсть Нуформ! Я прав? Сдавайся! Твоё! Не победи! И на! Ты нас не остановишь! Да подожди! Революцию не остановишь! Нормально! Получай! Получай. У вас возврат есть? Пришлите его. Спокойно. Сейчас мы тебе. Ой, подожди. Конечно. Вы не знали, что такой крутой? Это твое? На. Все, я спрятался. А где я? А меня не видно, да? Ну иди сюда, цыпа, цыпа, цыпа. Это не твоя война! На. На. Все. С ними разобрался. Теперь вернем поезда на пути. Пульт управления, наверное, в офисе. Где офис-то? Ну пойдем. Да блин.
Вот так. Умелец. Дядя сказал, это их лидер. Ну, это он. Да, наверное? Это так понимаю. Облом. Они пульт сломали. Зачем? Зачем это все надо? Подожди, если облом, придется что? Придется возвращать поезда на пути вручную. Или паутиной. Использую поворотный круг. Не можете справиться с головоломкой, попробуйте вызвать подсказку. Нет, подожди. Ну тут вроде не должно быть так сложно. Так. А это вот как отпустить? Дядя Аран настроен вернуться обратно в семью. Надо с ним поговорить. Как Майлз. Папа никогда не говорил, что у них произошло. Блин. Видно, ничего хорошего. Поворотный круг. Что-то надо сделать еще. Надо выровнять так, чтобы в тоннель зашел. Потянуть еще раз, и будет на нужном месте. Подожди. Что-то я маленько не понимаю. Придумайте, как поставить три поезда перед служебным туннелем. Да. А где служебный туннель? А, вот он. Получается. Уже почти. Все, понял теперь, как это. Не то. Так, первый поезд есть. Затягиваем второй. Так, что ты тут? Давай. Тяни. Вот так. Блин. Маленько как-то не так оно должно быть. Почему он сюда? Где-то какой-то переключатель должен быть, просто я его не вижу. Надо встать перед ним. Ну вот если только так. Ага. Два раза перед ним. Ну-ка. Подождите. Так. Это как-то тоже должно работать, да? Хочу пока опуститься на землю. Подожди. Я что-то натворил, а чего не знаю пока. Но я понял, тут есть поворотный механизм в игре. Так. Мне его сначала сюда надо как-то. А как его перетащить-то?
Да стой ты. Может, там где-то что-то в этом. Стой. Так. Надо тянуть с головы вагона. У тоннеля. У тоннеля. Я понял, что у тоннеля. Ой. Получается, вот этот тоже тянуть. В разные стороны тянуть, что ли? Блин, ладно. Ага, отлично. Теперь остальные. Подполье выдерживает поставкину форму. Теперь понял, как это. Как это должно вообще выглядеть. Форм попал в город или. Что? Да. Так, еще один. Все. Нет, надо, чтобы он был внизу. Сработало. Все. Вагоны уже на путях. Осталось дать электричество. А дать электричество где нам? Подождите. Твою мать, где-то вот, вот здесь же укопался. А вот даже на карте показано. Вот они тоже сломали. Но генератор цел. На. Да, так я смогу. Поехали. Вагоны. Наверное, моя паутина проводит ток. Все? Вот так вот надо. Все. Давай, старое доброе метро. Просто я не в ту сторону хотел первоначально все это развернуть. Вот и весь секрет. Эй, мистер Дэвис, у вас что-то изменилось? Панели светятся, как праздничная елка. Ты молодец. Был рад помочь. Если давай. Еще что-то случится, пишите в приложении. Подожди. У меня есть кое-что для тебя. Это безделушка, но... Для меня? Мне нужно как-то отблагодарить парня, который спас мою работу. Класс, класс! О. Я возвращаюсь. Это мне нравится. Привет, Майлз. Мы уже в Европе. О. Как там первый сольный паучий день? Да неплохо. Уже обнаружил заговор в собственном районе. Классика. Есть план? Да я так, импровизирую. Настоящий Человек-паук. Так. Короче, если что, звони. Я, конечно, за океаном, но это ничего. Обязательно. О, и спасибо за подарок. Очень круто. Ты его заслужил. О, МЖ зовет. Мне пора. Подожди. Пока. У меня вам что-то дела есть. Давай. С ума сойти. Вау, что там показывал пальцем-то? Кто вот тыкал? Так, ладно, мне не до тебя. Ну ладно, дела ждать не буду. Подожди. Пойду я, пока ты что-нибудь не учудил. 58 метров. Чувак, после починки метро приложение слетело с катушек. Куча запросов. Вот оно, в дверках. О, а этот от Тео. Он крутой, чё? На. Надо обязательно разобраться. Весь город рассчитывает на меня. Мы на вершине топа приложений в Нью-Йорке. Как только еще одну собрали. Дяди, зацени сам. А, кстати, он же пока не догадался, да? Пару раз чуть не попался, но все путем. Заценю сразу, как закончу тут. Пока. Так, это у меня получается сейчас миссия идет. А мы пока к нему идем.
Где он? Вау. По дороге будем собирать. Еще. Давай. Собираем. Вот где-то маленький такой тайничок. Стоп. Ну-ка наверх. Нет, вниз. Еще ниже. Ну, вроде ничего не вижу. А, тут осталось, господи. Вот он стоит прям перед дверями. На. Будет безопаснее. А ну-ка убери руки, человек-паук! Эй, а что это вы тусите вокруг башни Писка? А, все, что ли? Господи. Это не твоя война! На. Я-то думал, господи, а вы-то оказались. Кажется, это последний. Сейчас посмотрим. Так, у нас... Ну, вот на пути. Пойдем. Блин, через парк этот. Опа! Ну, кстати, парк-то красивый. Но я знаю, где парк самый лучший. Ну, как парк? Это Петроград или Петергоф? Кто он там? Санкт-Петербурге. Так. На! Есть у меня парочка идей. Так, что у нас следующее? Сюда. Блин, так выйти отсюда только. С праздником, Человек-паук. О, спасибо. Будем на пути. Еще. Так. Вот он. Где-то тут. Вот он. Ага, так-то, ну, спрятали, хорошо. Ничего не скажешь. Приспособлю куда-нибудь. Так, что у нас следующее? Беги. Они, в принципе, вот так вот, если по городу разобраться, то так-то недалеко друг от друга. Так что вполне по дороге собирать можно, собирательство там всякое. Хотя я собирательство ненавижу, но тут приходится. Вот сюда, наверное, вот оно. Давай. Ну, сейчас поналетят коршуны-то. Интересно, откуда у них материалы? Давайте. Лучше не знать. Ух ты. Почему-то нету, ладно. Спокойно. Давай. Оп. За поворот. Закончу помогать дяде, поговорю с Финой. И... Да, блин. Мистер Дэвис, я почти на месте. Поторопись, Человек-паук. Тут подполье.
устанавливают бомбы на пути. Бомбы? Настоящие? Похоже, им не по нраву твоя помощь. Буду так быстро, как только смогу. Держитесь там и сидите тихо. Господи, это меня куда же закинуло-то? Я тебе перезвоню. У меня телефон подыхает. Девчонки с работы с ума сойдут. Так, ага. Забираем. Как паутинка еще открыл. Так-то не мог просто. Я тоже. Я побегу. Мать уже все стены им разрисованы. А ты сама не пустишь, что давай, ты... Давай, давай, давай. Ой, да брось. Ты-то знаешь, что это лучше всех. Да, конечно. Так, что у нас? Эй! Эй, человек-паук! Давай, давай. Так, сначала мы, я думаю, заберем чемоданчик. Потому что потом мы оттуда можем уйти с этого места. Когда если миссию сделаем. Мало ли куда нас приведет. Вдруг какое-то дополнение к ней будет. Блин, все-таки на миссию попал. Пора с этим кончать. Так. На. Тихо. Блин. Да подождите. Человек-паук. Парень. Они хотят подорвать всю ветку. Я не допущу этого. И да. Да. Есть. С бомбами все. Теперь бандиты. Ну, теперь попробуй встать. На верхних путях еще. Давай. Я их достану. Подожди. Разойтись и заблокировать район. На. Давайте, тебе не победи. Блин, не то. Да уйди. Спокойно. Подожди. Не получилось. А все-таки я не могу, да, из паутины-то выбраться. На верхних путях еще. Я их достану. Получайте. Ты один, тебе сам... Так. Всех нас тебе не перебить. Давай. Через перекресток еще одна. Иду. Так. Через перекресток. И на. Давай, 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 давай. Еще один. Получай. И. Давай, 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 давай. Значит, прошлой ночью вы выяснили, что Нуформ перевозят поездами, а сегодня вы напали на поезда. Зачем? Уничтожить Нуформ или украсть? Бам. На. Получай. Бунк. Подождите. Мне надо срочно тут. Подожди, я не знаю, где тут уже кто. На.
Подожди. Сейчас я тебя! Еще разок. В укрытие! Бум. На. На. Не стоило с нами связываться. Подожди. Ну ты чего? Ну не учили тебя, что ли, что нельзя по колодцам-то? Так, где кто? Молодец, есть? Парень. Поезда вернулись, подполье смылось. Сработал что надо. Ой, да старался, старался. Что отвлек? Ну? Поезд прибудет через 5 минут. Отойдите от края платформы. Так. Еще какой-то смайлик мне дали. Вы в порядке, мистер Дэвис? Да, благодаря тебе. Вот, возьми. Это чего? Годовой проездной на метро. Спасибо. Я имя верно указал? А куда... А, так, мне пора. Так. Погоди, Майлз. Я догадался, когда увидел вчерашние новости. Ты скакал вокруг сбежавших заключенных, раскидывал их налево и направо. Я сразу же вспомнил, как мы с тобой и твоим папой играли в парк. Ты был шустрый. Но сейчас шустрее. Не волнуйся, маме я не скажу. Обещаешь? Обещаю. Ну вот, дядька самый лучший. Какой ты стал? Видел бы тебя твой отец. Он бы рассердился. Он бы точно рассердился. Значит, ты заменил другого Человека-паука? Не, он просто сейчас в отпуске. Ясно. Я оставил тебя за главного. Ага. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Надеюсь на это. Но послушай, влипнешь в историю, звони. Я тебя не брошу. Понял? Понял. Ну, это, спасибо, дядя. Это хорошо и приятно. Не бросишь. Приложение бум. Город без Человека-паука никуда. Займусь патрулированием. Спасибо, теперь я снова могу ездить все это. Так. Подождите, у меня где-то тут чемодан был. Наш дом. Привет, да подождите сынок. Вы. Мой любимый фургончик с едой будет сегодня на митинге. Ищи эмблему «Гигантский гирос». Хорошо. Ладно, спасибо за совет. А, мам, я хотел спросить, ты ведь все знаешь о Гарлеме? Ты слышала так, вот это что такое? Подполье? А, да. Они портят имущество Роксана и, кажется, набирают подростков по всему району. А что? Они и тебя пытались втянуть в свои проделки? Человек-паук! Эй, я... Что случилось? Здесь. Что? Не ты, мой кот. Назвал его в честь настоящего Человека-паука. Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и Человека-паука забрали. Ужасно! Нет, кота-то нельзя пошли? Забирать. Я слышал, они собирались на подстанцию в 2 кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Ну, пойдем за котом. Конечно. Думаю, это не повредит. Тем более, тезку своего надо выручать. Как доберусь, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Блин. Ни хрена стартанул-то он. Кота-то зачем забрали? Вот что интересно. Тут можно пройти. Котика-то за что? Ганке, выручай. Какие-то хмыри ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Странно. Я буду с тобой. Уже включил прямую трансляцию. Так, что-то я не пойму. А, вот так вот можно здесь, да? Подожди. Они стреляют в трансформаторы? Ладно. И сколько таких нам надо сломать? Я что, похож на электрик? Так, это какой-то... Оп!
Подожди, а как там наверх-то забрасывать-то его? Не город, а помойка. Это моя помойка. Мне понравилось. А, черт, мы попали! Блин! Давай на месте! Пока. Есть? Лови! Прилип. Все еще хочешь быть паук? Да, конечно, хочу. На. Не лезь не в свое дело, сопляк! Вот так нормально. Напряжение на подстанции упало до 64%. Ищи запасную цепь. Ищи запасную цепь. Ну, нашел. Вот она. Классно придумал насчет запаски. Ты в этих геройских делах мастер. Не, запустили генератор. Просто зритель. Надо найти кота Тео. Вот он. Человек-паук! Стой! Стой! Сейчас. Человек-паук спустился в шахту лифта. Есть. Я иду к тебе, Человек-паук. Держись. Так. И где ты? Ни хрена себе. Так, что-то я не пойму, не могу понять. Ну вот он. Человек-паук, стой! Блин. Как ты, блин, пролез-то там, где я не знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут изменить. Ладно, ладно, мне пора. Тебе не жить. Кто привел сюда Человека-паука? Дерек? Я так Блин. И знал, что это Дерек. Ну, вали! На! На землю, засранца! Подождите. На, лови! На! Отдай оружие. Да все, что ли? Все? Это вам за котика. На! По мордам. Похоже, им кто-то платит. Есть идеи, кто... Чё? Так, напряжение на нуле. Я понял. Включаю аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Так, а сколько это? Пойдём. Все запасные цепи. Мне вообще-то кота спасать надо, а не цепи. Черт, сколько же людей они отправили ломать одну подстанцию? Так. Привет! Кто вам платит? Я его знаю! Сейчас его вольну! Да. Кто спланировал ограбление? Ну, держи! Ну, подожди! Покажи... Всех... На! Он ранен! На! Вау! Ну это я классно придумал. Нужно найти запас. Бум! Ладно, надо идти. Найду главный генератор
и постараюсь починить. Вперед. Эти парни все говорят про своего босса. Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Это главный переключатель. Сейчас разберусь с этими парнями и потом что-нибудь придумаю. Не втерпешь прямо. Эй, парни! Кто-то хочет помешать нам закончить работу. Разумеется. Босс, еще один повержен вправо. Да, но он всех победил. Ну, не все. Есть Человек-паук. Вот реальные лохотрочки. Похоже, тот, кто это спланировал, знает Человека-паука. И он не друг. Должен быть кто-то еще. У меня не так много врагов. Пока, да. А ты оптимист. Он мой! Да. Попался! Шустрей думай! Да. Сам напросился! Мимо меня не пройдешь! Опа! Да опа! Вот тебе и жопа. Что с переключателем? Плохо. Панель не подключена. Нужен генератор. А где, где генератор? Ага, вон он. Вот так. Да, нифига себе. Генератор работает, но, кажется, не подключен. Так. Есть контакт. Давай. Да будет... Да будет свет. Толстяк. Иди сюда, киса. Человек-паук? Эй, кошака-то за что? Его. Почему? Это невежливо. Я пытаюсь установить с ним связь. Я тебя засек. Вау. Подождите. Я из тебя сделаю. Давай, попробуй. Бам. Покажи, что ты умеешь. Ты хоть бы подумал, куда лезешь. Подождите. Так его. На. На. Не стойте столбом. Бунк. Он мой. Блин. Ты у меня получишь. Подожди. Попался, сопляк. Вау, то почему так много-то? Получай, сопляк! Знаешь, наверное, твое! Твоё задача, наверное, на! Я уж забыл про тебя. Чёрт! Он его вырубил! Активирую боевую подпрограмму, боевой подцикл. Ты друг, сучок! Назад! Твоё задача, оказать помощь. У тебя нет шансов, малявка! Результат атаки. Готовы, чертова голограмма! На! Протоколы помощи в бою. Бум! Ураган! Бой! Ты даже не настоящий паук! Ты труп, жучок! На! Получай! Подождите, я котика заберу. Надо включить.
Он хорошенький. Пошли отсюда, Человек-паук. Да, сложновато. Все, энергия пошла. Оп. Ну что, электричество дали, ограбление предотвратили, кота-паука спасли. Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и их боссе в приложении ТСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепки. Давай, до связи. На, я возрадуйся. Кого я принес? Ты только посмотри, это же Котя. Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну, какой? Человек-паук! Да, это он. Хорошо нагулялся. О, папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. Ух, из-за тебя. Ну что? Спасибо, другой Человек-паук. Что это другой? Еще через спасибо. Губу. Да. Тебе помог. Нет, еще. Что? Вот тебе обязаны помогать. Привет. Удалось выяснить, на кого работали те котокрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс. Спасибо. Говорят, какой-то преступный глава... Пытался. Ну, сейчас свободен. Где? Так. Класс. Мне надо... Так, ну вот эти я пойду сейчас сделаю. Пройду по городу. Они мне, ну, необходимы будут. И вернемся к сюжету. Итак, я убрал все побочные миссии. Это собиралки. Что там собирать надо было. И тестовые режимы. То есть это по прыганию. Бои, скрытности. И вот есть такой вот мега режим, когда ты их всех проходишь, все проходишь, тебе дает человек вот такой мега режим, супер-пуперский, последний. Давайте посмотрим, будем с крылатым биться, чудовищем. Уэс, благословенные своды, моя альма-матер. Я тебе рассказывал, что случилось, когда я начал тут учиться. Подойди к точке старта, и тогда узнаешь все сам. Это будет весело. Да, это будет действительно весело, сейчас вы увидите. Так, где у нас точка старта? Вот она. Оп. Самый первый день занятий. Я тебя на птичий фарм перетру, человек. Извини, изображаю как могу. О, Пит повеселился. Давнейший коллега Стервятника, Краш Бэтмен, работал в ОС. Стервятник хотел выиграть Бэтмена, а я помешать ему. Скажу тебе вот что, Майлз, это было непросто. Да, вот это драка! Так. Вечно ты решаешь, ты Человек-паук. Почему ты никак не дашь мне спокойно совершать мои бессмысленные преступления? Кажется, Пит что-то сделал с этой имитацией Стервятника. Так. На. Я стар! Я стар! Да подождите. Еще разок. Да. Вау. Да. Блин. Да. Да. Подожди, сейчас мы тебе добавим еще. Вау! Внимание! Умно! Бам! И почти, да, думали, что все? Бой был сложный, но он ослабевал. И вот, когда я уже подумал, что смогу победить... Появился злой противник Стервятника.
Ну на. На самом деле он меня не нашел. На. Я вылез, а он даже не запускался. Я тут играл у мастера вятника. Вятника? Подожди. Ладно, попробуем. Как тебе нравится? На. Метафоры идиотные. Вервятник номер два. Подожди, подожди, давай, я ломлю. Я люблю жестыр с тобой исключительную вашей самообладание. Сколько пиццы это настраивал? Да, лови! На! Вервятник номер два! А что ты наешь? На! Видно птицу по полету! А я все ждал, когда пойдут шутки про птиц! Подожди, давай, давай, вломи его! Почему мы такие злые? Вервятник номер два! Подожди. Подожди, давай еще разок. Подожди. Подожди. Чего? Нет! Ты победил моего метафорического брата. Подожди. В восторге. Подожди, ну-ка давай-ка. Вот так. Я видел, как Гарри и Анжи поддерживали меня. Они верили в меня. Оп. И я тоже поверил. Понятно, что задумал Пит. Каждый бой, послание. Хорошая подборка. Да подожди. На. Подожди. На. И еще разок. И давай-ка. Получил. И теперь смотрите, какой костюм я получу за это. Что может в душе я пацан из Квинса, но эту силу я смогу пронести куда угодно. На Манхэттен, на западное побережье, блин, да даже в Синхаю. Забавно, что этим я обязан старику в костюме птицы. Надо что ли письмо ему написать? Короче, ты молодец, Майлз. Паучий голотренинг официально завершен. Вот это была... Потрясающая тренировка! Спасибо Питу за отличный дизайн боя! Ну и так, вот смотрите, да, видели теперь, какой костюм у меня? Вау! Блин, 2.5. Так, минутку. Еще, еще, еще. Ну давай. Скоро откроются уже переходы. Давай. И полетели. Блин, так-то, да, быстро. Если его рассудить-то. Осталось немножечко. И... Давай, 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 цепляйся. Перепрыгну. Опа, что-то зацепил. Вот такие дома треугольные. Похоже, неподалеку от тебя торгуют оружие. Может быть. Ну я их вроде... Давай посмотрим. 40
торговать оружием посреди улицы? Это Человек-паук! Бросайте товар! Почему бы вам не продавать что-то хорошее? Например, наклейки или пиццу? Покажи, что ты умеешь! Я готов помочь. Есть попадание. Ты хоть бы подумал, куда лезет! Ой-ё! Покажи, что ты умеешь! И, на, идеальное уклонение! Подожди! И... Давай. Ты у меня получишь. Оп. Ты еще хочешь быть пауком? И на. Почему эта паутина такая? На. Да подожди ты, толстячок. У меня для тебя конкретно. На. На! Вот так вот разобрался. Еще одна сделка с оружием остановлена. Ай да я! Ай да молодец! Ай да пушка, ай да молодец! Ай да и все остальное прилагающее. Вот. Теперь слушаем нудную реплику о воспоминаниях. Эй, Капуша, я здесь. Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней. Хорошо, хорошо, болтала. Залезаю, осторожней. Опаньки, да опаньки, кстати, надо будет вот эти собиралки опять... пособирать, чтобы вам не смотреть, как они собираются. Потому что это неинтересно. Я хотела встретиться здесь. Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Да без проблем. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас... И воспоминания пошли. Черт, как же... Ты издеваешься? Пора бы вам уже запомнить этот код. Я не всегда буду рядом для подсказки. Да запомним мы, запомним. Запомним, да, да. Ладно. Так и что же вы собираетесь положить в... Это а вот тайная капсула. Секрет. Только мы с Майлзом знаем. Супер, так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? А что, пойдешь, если я не пойду? Возможно, смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии. Я ж говорю. Чистая энергия спасет мир! Мой чудесный фан-клуб! О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Да помню, конечно. Числа Фибоначчи. Класс. Наш приз. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого, погляди на нас. Провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. Ну что, красивая девчушка. Я это уже говорил, повторюсь. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать. Беги. Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Хорошо. Увидимся, коротышка. Коротышка.
Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Так. F. Выпуск из средней школы. И радостный, и грустный. Фина пошла в Мидтаунскую школу, а я попал в Академию Visions. Мы собирались держать контакт, но... О, как же приятно было снова увидеть Фину. Так. Пожалуй, поищу остальные наши капсулы. Но немного позже. Сейчас пора домой и на митинг. Вот, после дома у меня появится быстрый... Хорошо, что у меня безлимитный проездной. А вот сейчас, да, у меня появился быстрое передвижение. Но это после дома они будут у меня доступны. Поэтому после дома я их и соберу. Очищу карту от лишнего. Вот так вот я могу. Да? Хороший у меня костюмчик. Нравится? Мне самому нравится. Ну давай, давай. Телефон есть? Проездной есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Смотрите, следы на снегу будут оставлять. Раньше такого не было. А сейчас, оп, оп, смотрите, оп, следы. На пошли, снегу. А то опоздаем. Эй, чел, я тебе в костюм снега напихаю. Ты по-прежнему в костюме? Ну да, на всякий случай. А случай бывает всякий. Хорошо. Да. Ну, тут есть одна интересная, кстати, личность. А я могу танцевать, нет? Очень неплохо. Нет. Вот, которая рисует. Поверить, что моя мама политик. Я не мог это руку. Она не моя. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. А я знаю их жестов. Извиняюсь. Да. Ну, симпатичная, что? Пока молодая. Там еще посмотрим. Надо будет тоже с тобой записаться на язык жестов. Испанский. Правильно, так вот с этой не разговаривайте, это там ни о чем. С такого нету хорошего. И реплика долгая. Вот солдат, это предатели, они в прошлой игре нас предали, насколько вы помните. И на этой игре тоже предадут. Это я, кстати, не видел. Что еще они собираются выкинуть? Надеюсь, поймут, что с Человеком-пауком так связываться глупо и пойдут. Там они меня предали, здесь они меня предадут. Если бы. Солдатам вообще этим верить нельзя. Удачи, мисс Моралес. Мне кажется, вообще спасибо. Никаким в основном смотри, верить нельзя. Роксон и правда не забывает о бдительности. Который на частника работает. Потому что частник заинтересован только в себе. Вы помните, чего мы лишились? Когда Роксон разрушил квартал. Ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская, как на награждение, отец. Где делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все туда будет хорошо. Многие из твою нас. Маму не дадут в обиду. Церковь Святой Терезы. Помните? По воскресеньям и средам пение хора раздавались на весь квартал. И сейчас Роксон развозит Нуформ. Это экспериментальное топливо по городу. Но молчит об опасности. Это послание Роксону. Ваш руководитель Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. Мы против выступаем, они против выступают. Все нормально, почему воюем? Не знаю. Не буду бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Поможет. Ну ладно. Мне вот технологию такую, которая у них мне понравилась. Если бы она в реальности такая была, то у меня я бы. Я помогу. Идем. Хотя бы не кулаки. Хотя бы не они. Подождите. Сейчас мы накопим. Че, вот так вот можно же с тобой поступить?
На. Попали не на тот митинг. Оп. Оп. Да. Бум. Подожди. Оп. Бам. Ой, ой, ой. И на. На. Подземки, я вас остановил и снова остановлю. Оп. Майлз, подождите, мы не никогда. До дома. Надя везет твою маму в больницу. Что? Она в порядке? Она повредила руку при падении. Не беспокойся, мы о ней позаботимся. Сам ты как? Что там, спокойно? На. Эта атака бессмысленна. Я думал, им нужен форм, но его там нет. Надо узнать, что умелец планирует дальше. Хорошо. Бам. Я захожу в твои данные. Помогу, чем смогу. Хорошо. Фига мне. Спасибо, что помог моей маме. Обращайся. Покажу вам и ваши светяшки. Подождите. На. Вау, подожди. Так. На. Вот так. И да. Так. Что это было? Жизнь восстановил немного себе. Валим. Полтора километра. Майлз, слава богу. Ты где? Я дома, но могу приехать в больницу. Нет, будь в безопасном месте. Ты ранена. Да. А вдруг с тобой что-то случится, а меня нет? Милый, это не как у Радуш. Мы в порядке. Будь в безопасном месте, понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой гипс. Вот так. Ладно, мам. Я начал находить это веселым. Люблю тебя. Майлз, я видел, что произошло на митинге твоей мамы. Вы в порядке? Где вы? Двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем. И не факт, что выберут умельца. Ладно. Буду осторожен. Вот и я почти прибыл. Взрыв был таким мощным. Надо спешить. Опа. Там у Лазы была просто разминка. Или обманка. Вперед! Вперед! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Давайте, без давайте. Вот она. На! Нам нужен только Нуформ. К черту все остальное. Ну так-то, ну так. Но почему я должен позволить вам его забрать? Опа, кожаные штаны. Только в кожаных штанах, на офигенных каблуках. Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь? Вот тебе и подружайка, да? А вот сюрприз!
Он его дестабилизирует. Ложись! Ой-ой-ой-ой. А что, прикидывалась такой лапочкой. Сущий дьявол. Отвлеките его. Посмотрите, какая она сильная. Это все вот из-за этой энергии. Вот у нее каркас, скелет какой-то. Костюм из этой хрени сделан. Я видел взрыв. Ты в порядке? Я цел. На. Но ты видел? Умелец. Это Пина. Боже мой. Я же видел ее сегодня. Если бы я только смог догадаться. Ты не виноват, чувак. Я был так рад ее видеть, что даже не обратил на это внимания. А должен был. Подожди. Что? Вам! Надо это остановить! Подождите! Взрыв произошел из-за тебя! На! А чему ты из-за меня? Вы же ко мне пристали, я хотел только спасти! То, что вы хотели украсть! На. Мы это дело. Подожди. И еще разок. Подполье, не остановись. На. Угомонись. Оп. Один, тебе с нами не справиться. Всех нас тебе не перебить. Давай. Там люди не могут выбраться. Надо заканчивать и помочь тем людям. Сейчас закончу. Он атакует каким-то гаджетом. На. На. Вам. Подожди. А теперь спасаем людей. Целый мост нам не спасти. Итак. Надо вывести людей с моста, пока он не рухнул. Вот. Как нам выбраться? Давай, давай, давай. Давай. Сейчас я вам помогу. Бегите. Бегите. Автобус! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Держим. Держим его. Блин, последний он мне нравится, как я спасу. Не волнуйся, я здесь. Давай. На. Нет. Опа. И автобус мимо. Пункт назначения 4 в действии. Там люди! Они в ловушке! Так, ну ничего страшного, сейчас. Есть идея! Так. Надо его зафиксировать! Хорошо, хорошо, хорошо! Надо их как-то перевести! Подожди. Вот я здесь. И? Нет, нет, нет!
Давай, я спасу. Я могу помочь. Давай, 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 что жать-то? Вот он я, молодец. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Опа! Эпичное спасение! Бегите! Спасайтесь! Кстати, этот грузовик парформа или чего? Сейчас вниз уйдет. Опа! Вот девчонка-то обосралась, наверное. Поэтому любой бы обосрался. А вот и предатели подоспели. Я виноват. Кто им что наговорил там? Все взорвалось. Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Вот новая способность. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он вы? Спас да, нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Мы все видим! Убрала телефон, быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Вот тебе и частная компания. А вот моя новая способность. Опаньки. Что за черт? Куда он делся? Боже он мой. Что, упал? Его столкнули? Где он? Нужно помочь. Ну стоит-то там пипец. Разве Роксон не должен быть всегда рядом? Они хотели меня пристрелить. Даже слушать не стали. Бывает. Ты в порядке? Не знаю. Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Кригер. Обсудим обрушение Брейтвейтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушило мост. Роксону что за бред? Удалось разобраться. Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Да могу что принести Дульсу де Коко? Не надо. Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказал. Но ты же... Что? Могла умереть? Могла. Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Все мы знаем. Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Ну вот это уже другой разговор. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все как Человек-паук. Говоря Человек-паук, ты всегда имеешь в виду другого. Ты тоже Человек-паук. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему.
Опа. Давай, исправляем. Вот сейчас хоть. Быстрые передвижения откроются по городу. Да, придумывать сложно. Опа, опа. Получилось хоть что-то. Так, это мой опять новый костюм. Изобрел сам. Как дела, Нью-Йорк? Чувак, нас ждут серьезные дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Да, конечно. Так, давайте я соберу пока вот эти вот. Чтобы они тоже здесь не мешались. Или их долго собирать. Или потом соберу. Давайте потом тогда соберу. Костюм какой-нибудь опять дадут. А как ты выключаешь это? Клевых приложений название короткое. Майлз! Наконец-то пробился. Давай. А, привет, Пит. Как у вас там? Я видел новости. Они были на Симкарском. Так... Они были на Симкарском. Или это как? Мост взорвался, или пончик выкурился, что в данном контексте бессмысленно. В общем, я уже покупаю билет. Могу быть дома завтра вечером. О, нет, не надо. Я не понял. В парке. Окей. Я выяснил, кто за этим стоит, и совсем разберусь. Обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно, хорошо. Спасибо. Удачи в изучении сикарийского. Зачем нужно 7 разных названий туалета? Так. Так, теперь мы лазим, пока миссия не дана будет. Миссия нам дастся где-то вот здесь. Так, ну давайте. С дальнего, что ли, начать? О. Быстрый переход. Что, костюмы меняю? Сам бы хотел бы это знать. Так, ждем. Мне надо время выждать. Так. Капсулу спрятали под фонтан, когда его только ставили. Сколько времени прошло, что теперь там уже ремонт. Так. Какие тут еще собрать-то можно? Вот. Так-то быстро, да, передвигаемся. Единственный плюс... Дядька подсобил на целый год. Спасибо, спасибо. Так, путь. Так. Мне пора бежать. Да побежи. Оп. Капсула на лодке. Я рад, что теперь она хоть не выглядит как плавучая помойка. Нашел. Фина увидела настольный теннис. Да ладно. Ладно. Какой? Подожди. Давай. Вот сюда телепортируюсь. Где-то здесь, потому что задание должно открыться будет. Сейчас он пробормочет. По телефону. Ладно, какой у нас план? Какой план? У семьи Пины есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно, и сейчас тоже. А не проще будет просто позвонить и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя.
Делай, что считаешь нужным. Подожди. И держи в курсе. Супер. Хорошо, во, появилось. Помогите! А, нет, ошибся немножечко. Вот у этого метро. Давай. Да, я проедусь эти 300 метров. С вами разговаривать, шоу вам показывать. Опаньки. Если увижу кого-то из этих подпольных выстрелов, мы их отправим. 400 метров проехал. Ничего страшного. Так, так, так. Прибыл на место. Все заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Ну-ка. Эй, хоп. Эй, хоп, все заколочено. Вот там вон дым валит. Эй! Я в маске, почему ты кашляешь от пыли-то? Давно никого не было. Вот что-то вижу. Вау, гитары. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Мои сыны три поколения владели этим магазином. Вау. Рик уже почти продал его после смерти родителей. Так. Видимо, Фина его переубедил. Кто-то не выключил свет. Ну вот. А говорите, никого здесь нету. И изучить, конечно. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Фина. Так, вот что там написано? А есть перевести. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Может, только шапку надо положить. Ну ладно. Оставляем карточку. Вау, еще что-то нашел. Давай. Улики. Какие-то лекарства. ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Ну вот, у кого-то есть, значит. Значит, кто-то чертовски болен. С той стороны, да? Я не помню тут этой кладки. На! Ух ты! А они Ого. Посюда заходят. Вот это я понимаю, убежище. Давай для начала, что, вот это возьмем? Маска. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Okay. Забавно, что теперь мы оба в масках. Ну, положь, ладно. Не твое не трогай. Вот так-то ни хрена, смотрите, сколько тут всякой аппаратуры. А всего пару компьютеров работает. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. Ага, батя, вон ничего. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. То ли батя, Они то ли... начали стройку в Гарлеме сегодня. Дружбан, который третий-то был. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя... Дать им так извратить мою работу. Ладно, сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. И что, что я не отправил-то в Бьюгл? Готова спасать Нью-Йорк? Готова.
Да. Тут вторая запись. Он уже умер. И побитая она. На демонстрации была, что ли? Проклятие! Не загрузилось. Телефон, что ли, накрылся? Ну чё ты, чё ты? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Все-таки он умер. Печальная история. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. А что я отслеживаю? Это он. Давай, давай. Исчезай, исчезай. Давай. Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может? Ну вот! Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока так. Не успокоится. Не пускай паука к компьютеру! Куда он делся? Эй, паучок! Ты знаешь? Видимо, сработала беззвучная сигнализация. О-о-о-о! Время сиесты. Так. Я тебя не боюсь, паучок! Куда ты зашел? Ставлю $5 на то, что он уже давно смылся! Так. Мне что надо сделать? Ждать сейчас? Я здесь. Меня этому учили. Так, давайте пометим их. Паук, давай-ка разберемся по старинке. Что за звуки? Оп. Погасился. Все в порядке, никого нет. Оп. Так. Выходи и сражайся. Я целый тренинг прошел. Вы чё? Не ждал такого. Подкрепление здесь. Подожмите. Новые гости пожаловали. Ой-ой-ой-ой. Блин. Так, ладно. Как нам этих гостей? Так, вернусь к тому компу. Давай, давай. Если найду телефон Фины, может пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Опа. А так, а за мной кто-то следит, ага. Подождите-ка. Позвоню Ганке. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Так, а я могу вот так вот телепортироваться-то? Могу.
Спокойно. Дучара. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Подожди. Что-то случилось с ее братом. Что-то это брат был. Ничего себе. Тем не менее, все равно. Роксами. Я думал, отец сначала. Нет, это брат. Проекта, ну форм. Ого. Научные лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Пишем. Пишем аккуратно. Телефон должен быть где-то здесь. Так. Кажется, я знаю, как туда попасть. Ну. Ну, можно заработать, конечно, еще и очки. Меня это полностью устраивает. Вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Так. Внимание! Возможно, что-то есть. Я нашел паутину! А я не могу так? Обхожу сектор. Нет, видимо. Смотреть так. В оба! Здесь Человек-паук! Так, видимо, нужно не могу. Еще пару глаз. Да, я на месте. Так, почему я открыть не могу? Следите за углами, он может быть где угодно. Что-то просто залазить надо. Почему? Так. Код синий. Задержать паука. Срочно. Эй! Попадание! Есть попадание. Давай. Давай. О, с какими-то электрическими палками. Помощь. Ладно. Мне надо попасть внутрь. Так. А как тебя еще? А, вот так. Че, поняли? Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. А, так мне в любом случае надо было. Я на месте. Так. Пролезли. Ой. Вломился в лабораторию с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Ой, тебе бы видел, как дома, первый. Играть в приставку. Человек-паук. Печенье целыми коробками. Ну и куда? Давай сюда, вот где синий свет, пойдем. Хотя я куда пролез-то? По трекеру телефон намного ниже уровня земли. Ну пойдем. Давай, 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 паутинка такая. Поломка. Если там подспорье, убейте их. Если пауки не умели, задержите. Так, а они здесь.
Что делают вообще? Вау. Ты-то кто? Почему я напал-то на тебя? Успокойся. А что смешного? Черт, Майлз. Для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Вот так. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Ах, упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Воу. Только без не проблем. Попадись. Дядька у меня тоже крутой. Там все есть что-нибудь? Нет, крутой. Видишь вентиляцию с лазерами? Да. Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Подожди. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Так, нажмите V, чтобы посветить предохранители. Так. Начинаю обход. Так, и чё? Так, если поставить управляемую мину на щиток... В этом секторе все чисто. Что такое? И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Так. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. Подожди. Так, я что-то слышал. Начинаю обход. Подождите, и так вот можно еще. Оп. Поднимем. Еще один повержен, брат. В этой комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Так. Вон. Куда мне надо? Подождите вы. Так. Да, блин, я так бы мог залезть. Эй, где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер. Я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть в срок. Заткнись. Я... делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру. Однако сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера сроки горят. Хорошо. Мы тоже. Может, скажешь, чей телефон ты там в лабораторию пойдем? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Вау. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Атакуем Булка! Ох ты, подождите. У нас тут в укрытие! На!
подождите, вы на прицеле. Не пускайте его! На, лови! На. И... А где ты? Не могу! Дебилов! Бам! Чё? А, вот он. А ну вставай! Ну ты дебил, что ли? Не победил меня, но уже сдавайся, да? Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Открываем. Погоди. В городе есть другие лаборатории? В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. О. Не отвлекайся. А я собрал найди телефон эти ящички. Не стой. Скоро прибудет охрана. Опа. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Да. Не попадись, это, кстати, очень главное. Так, как бы мне... Ага. Нужен еще отход. Они вот так вот ходят здесь, значит, и... Секунду, я слышал шум. Минус один. Паутина, это Человек-паук. Так, а эти-то что, не так глупы, да? Вот синий, у вас нарушитель. Ну, почти. Интересно, знаете, я вот подвесил их. Человека-паука. А, вот фонари, может, из этого они тогда меня видели. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. Долгая история. Чего? Ну вот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Подождите. Он не партнер, он да. Просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это... Жесть. Подожди. Прям... Да. Христианская. Даю. Мне пора, Ганке. Подожди. Потом расскажу. Подожди. Я его нейтрализую! И... На! Ух, я тебе! На! Вытащите меня отсюда! Подожди! Твое! На! Он в воздухе! И... На! Так, а я что, все натворил, все это я? Прошу прощения, значит. Кажется, пронесло. Ой-ой-ой. Так, ладно. А я как ассасин могу? Хотя зачем он там нужен? Так.
Я так понимаю, это я здесь упустил, да? Как мне? Ладно, давайте посмотрим. А, подождите, я вроде как... Нет? Да кто там? Что за беспокойный? Не расслабляться, он по-прежнему здесь! Да! Вот так. Так. Не тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором. Он вырубится. Спасибо. Так. Нужно как-то отключить вентилятор. Ага. Вот панели управления. Да. Теперь провода. И тяни, 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 тяни. Телефончик, телефон. Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра, задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Итак, вдвоем надо ядро сбрасывать, оказывается. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2. Пина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвого инженера? Ты лишь винтик в этой механизме. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! А, я справлюсь! Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Фина, не смотри! Теперь понятно, почему она такая злая. Там есть кто-то еще. Найдите. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Вот это хорошее дело. Ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон, сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Так. Дядя Аарон? Ладно, приготовься. Давай. Спасибо. Реактор такой же, как снаружи, только гигантский. Что ты делаешь? Перезагружаю. Нет. Перегружаю, да. Если быть правильным. Ты в порядке? Нормально. Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору, живо! Ой-ой-ой. Мне как же нехорошо. Будто меня рвет на части. Не могу. Ощущение. Давай, давай еще немножечко. Телефон. Не могу. Спалил его, наверное. Майлз, ответь мне. Ты в порядке?
Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Пропердился, короче. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Да. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. Ой-ой, щиты. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Так, чтобы обезоружить, так, удерживайте F. Приказано взять тебя в плен. Зачем? Что не надо? Тебя допросить? Не знаю, какая разница? Сопротивляйся. И... На. Отдай оружие. Я его не... Вашу ж мать! Майлз, меня выкинуло из системы. Можно. Подожди немного, я вытащу тебя. Yes. На. На. Ага, вон мне, значит, враги. Так, используя технологию подавления биоэнергии, вызывая эффект подавления, временно лишая... Понятно. На. 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 Да. Если бы я знал, ну бы узнал, по крайней мере. Идем, пока не явились другие. О! Тоже исчезает. Чудо-маскировка. Как она... А! Действуй. Бери левого, я правого. Плохие дела, да. Совсем. Не волнуйся, мы с ними справимся. Эти олухи меня не тревожат. А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Кригера. У вас возврат, есть? Да. Еще немножко. Припаркуйся, давай. На. А другой паук тоже так может? Он объявился! Спасибо! Так, что я еще могу? Очень притягательная. Подожди, блин, не на ту нажимай. Шустрее думай. Да. Подожди. И на. Ой-ой-ой. Ты мой. Подождите. Что у меня осталось? Вот еще одна есть. Приковали к земле. Давай. А какая разница? Увидишь. Продолжай драться. Внимание! Извини. Подожди. Давай. Так, поезд почти здесь. Готовься. В дырку, скорей! Куда? Ну, давай! Куда мне? Уходи отсюда, парень! Опа! А ты-то, дядька, чего? А, здесь. Нужно залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Роксон найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Да. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг.
Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Да. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Знаю. Итак, это что у меня? Стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Еще пальцем тыкаю, как будто вы видите, куда тыкаю пальцем. Макс, справа просто стараюсь, что-то сколько было. Человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. Я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно. Так, ну думаю, давайте пока на этом все. Я вот эти собиралки сделаю, опять освобожу карту. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока.